Это ты живешь, да? Так, что-то вас не видно, друзья. Сейчас появимся. Сейчас видно? Нет? Видно, видно. Ну как там, Николай? Еще не надумал убегать? Игнатий Тихонович, все хорошо. Слава Богу. Слава Христу, я доволен очень. Так, Володя, у нас главное, это, конечно, Семаковский. И второй мостик. Вот когда какие-то там ветки найти, надо нарубить. Пусть они не толстые будут, пусть там, ну хотя бы как вот пальцы три вместе с четыре сложить. И на втором мостике надеть сапоги эти высокие, длинные, это, и с той стороны пройти, и между плетня, так повыше взять маленько, чтобы она до корень-то достала, до воды-то. И пусть они так наклонно и стоят, это очень хорошо. И какие-то привьются, начнет берег укрепляться в том месте, ну, где видно, там прорывы разные были, не на всю-то это там-то хорошее. Вот где середина там видно уже, явно. Это там надо. Ну, а здесь тоже посмотрим. Мы на Семаковском уже... На Семаковском уже посадили все. Посадили. Вчера. Вот так. Только с этой стороны надо будет, где прорывы были, эти прорывы такими проткнуть надо. Ну что у вас там сейчас? Мы сегодня, даст Бог, поедем Мамонтово. Я на экзамен поеду. Хорошо, благослови, Господи. Ты всегда сообщай, какие у вас нужды, дела, чтобы молиться. Мы-то тоже не знаем, как сказали... Второй строительный там будут ломать. И поэтому с Игорем договорюсь, или нет, что поехать духовку там выдрать из своей комнаты. Это, может, еще что-то взять. Готовимся сейчас. Так-то все, слава Богу. Тут еще Надежда Васильевна что-то хочет вам сказать. Давай, только не отходи далеко. Что же она хочет сказать? Я пошла к батюшке благословиться, а он руки назад сделал и сказал: я тебя не благословляю. Ты зачем приехала? Я тебе запретил приезжать. Я говорю: так Игнатий сказал, что поехать. Что, Игнатий, я запретил? Ну и не благословил меня. Подумаешь, послушание она явила. Так, ты тихо, не передражнивай только. Что батюшка говорит, то надо для размышления все это взять, молча, смиренно, склони голову. Батюшка не будет зря говорить. Он заботится о том, чтобы Пасха была нормальная, чтобы нигде ты не встряла. Положи печать на уста свои, и тебе будет хорошо, и другим хорошо. Благословен Господь. Что бы ни было, написано: за все благодарите. Златоуст говорит: слава Богу за все. Не когда по головке гладят, а когда и бьют. За все. Ну и все, слава Богу. Батюшка как лечащий врач. Он сказал, но в данном случае я пока живой, распоряжаюсь я. И поэтому, чтобы ты там не мешала и батюшкины там указы не нарушить, больше дома занимайся, никуда не ходи. До Нины, путь оконченный. Ни в один дом, кроме к Володе заходить. Не надо, никуда по деревне не ходи зря. Я не хожу, у меня работы много на огороде. Я вчера смородину вырезала, там все. Грядку скопала. Редиску садить буду, лук. Вот, слава Христу. Слава, запомни, что говорят, смиренно наклони глаза к низу и только подумай. А я и так. То есть оправдание у тебя на первом месте, самооправдание. Постарайся закончить с ним. Что бы ни сказали, ты знай, я хуже, чем вы обо мне знаете. Если бы все знали про нас, люди бы с нами даже разговаривать не стали. Как, подходит это? Все. Так, я спрашиваю, подходит для нас это? Да. Ну, слава Богу, мы в радости встретим Пасху Христову. Батюшка тут приедет там. То тут Люба, тебе что, охота ей сказать? Подойди сюда. Любовь Николаевна. Давай. Гавриил ведь не вывез все. Он говорит: я не знаю, куда все это вывозить, вещи, которые на второй строительный. Поближе еще. Куда вывозить? Было. Особенно аппаратуру. Спаси Христос за вашу заботу. Вы только молитесь. Уже вчера все вывезли подчистую. Все вывезли. Четверо человек ему помогали. Поэтому никаких разговоров об этом даже ни с кем, нигде не надо. Бог помог сразу же.
Вы только молитесь. А вот то, что он там будет вам передавать, это только для молитвы. Господь силен и все исправляет быстро. Ну хорошо, я же не знал это. Он мне сказал, что некуда вывозить. Так все, тема закрыта. И уже все. Повторять не надо. Она сказала, на этом точка. Дальше что? Задавай ей вопросы, какие надо. Вопросов особых нету. Ну нет, сейчас мы, если мы договоримся с Игорем, созвонимся, чтобы настроить строительный, там, может, духовку я возьму, ну, что-нибудь еще, потому что ломать, наверное, будут барак-то. Все на этом, так. Спаси Христос. Подождите. Ну, ладно. Ну, все, закрылось.